здоровья, скидки. Всем привет! Осень наконец-то заявила о себе первыми дождями. Прогулки в такую погоду – развлечение на любителя. Многие предпочитают оставаться дома, а желание активно двигаться не исчезает. Самое время отправиться в бассейн. Тем более, что на сайтах предлагают товары для плавания со скидками. Как выбрать купальник, чтобы тренировки в нем были комфортными, и в какую сумму выльется экипировка для бассейна? Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! В спортивно-оздоровительных бассейнах принято плавать в слитном купальнике. Спортивное плавание подразумевает активное перемещение человека в воде, в отличие от обычного купания в реке или в море. Да и во время занятий акваэробикой женщины также много двигаются. Цельный спортивный купальник сшит таким образом, что обеспечивает комфортное выполнение физических упражнений в воде, не впивается в кожу, не натирает ее, дает возможность совершать размашистые движения, не беспокоясь за то, что какая-то часть тела в процессе занятия окажется обнаженной. На сайте магазина «Спортмастер» со скидками можно купить не только женские купальники, но также и мужские шлепанцы и плавки. Шлепанцы по сниженной цене предлагают двух видов – однотонные черные и с розовой надписью Nike. На обе пары действует скидка в 30%. Черные можно приобрести за 1889 рублей, а те, что с надписью, за 1609. Женские сплошные купальники можно купить с 50% скидкой. Есть выбор расцветки. Серые с разноцветными вставками, синий, розовый, в полоску, геометрический рисунок и даже в цветочек. Для мужчин тоже есть несколько моделей по привлекательной цене. Плавки-шорты серого цвета фирмы «Джосс» можно приобрести за 349 рублей. Черные на серо-голубой резинке за 449, однотонные черные за 599, а серые с белыми разводами за 649 рублей. Плавки со скидкой можно купить за 449 и за 499 рублей соответственно. На сайте магазина «Декатлон» со скидкой предлагают устойчивый к хлору слитный купальник для девочек 14-15 лет в двух расцветках. Со скидкой в 42% его можно купить за 699 рублей. Для женщин также предлагается купальник фирмы «Алаян» черно-бирюзового цвета. Скидка на него составляет 67%. Приобрести его можно за 499 рублей. Раздельный купальник для занятий серфингом фирмы «Алаян» предлагается со скидкой в 67% за 399 рублей. В комментариях указано, что он выдержит волны любой силы. Купальник для водного пола яркой расцветки фирмы «Ватка» со скидкой в 38% можно приобрести за 999 рублей. В пояснениях сказано, что он предназначен для опытных игроков, которым нужна большая свобода движений. На сайте магазина «Озон» можно приобрести сплошной купальник синего цвета за 299 рублей. В черном такая же модель стоит 499. Черный слитный купальник фирмы «Скат» предлагают со скидкой в 41% за 699 рублей. Изящный черный купальник фирмы «Катоми» с тонкими перемычками на спине со скидкой 80% за 1299 рублей. Для мужчин на сайте «Озон» лишь одну модель плавок можно приобрести со скидкой. Синие плавки-шорты продаются за 399 рублей. Для производства спортивных купальников используются такие материалы, как лайкра, нейлон, полиамид, полиэстер, микрофибра. Совсем недавно в продаже появилась особая лайкра Extra Life, которая обладает гораздо большей устойчивостью к воздействию хлора, чем обычная. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами! Отличные скидки!